В вузах областного центра стартовала приемная кампания. В этом году она продлится до 25 июля. В Белгородском технологическом университете уже готовы принять документы от выпускников школ. ВУЗ набирает абитуриентов по 38 направлениям, среди которых и совершенно новые специальности. Всего в этом году на бюджетные места в технолог смогут поступить более 1100 человек. На коммерческой основе более 1500. Подробности в сюжете. Выпускники получат свой главный документ об окончании школы – аттестат – только сегодня вечером. Однако в технологическом университете уже готовы встретить первых абитуриентов. Здесь разместили информационные стенды, а также все необходимое оборудование. Сегодня первый день приема заявлений, но максимальный ажиотаж еще впереди, говорят в приемной комиссии. Чтобы упорядочить процесс подачи документов и сократить время ожидания, с прошлого года здесь ввели электронную очередь. Для того, чтобы получить доступ в зал ввода анкетных данных, нужно получить талон. И с этим талоном ожидать вызова к оператору. В этом году действует прежний порядок приема, как по результатам ЕГЭ, так и на основании вступительных испытаний. Экспертную оценку должны пройти будущие архитекторы и дизайнеры. Отличие приемной кампании 2013 года в том, что данные каждого абитуриента сотрудники вуза будут сверять с федеральной информационной сетью. Это будет проходить автоматически, незаметно для самого поступающего. Мы ежедневно сверяем поступивших с федеральной информационной сетью, и нам приходит ответ о том, что ребята прошли проверку. В случае, если не прошли проверку, там может быть ошибка в паспортных данных, либо ошибка в названии там, фамилии, имя, отчество, то тогда они будут отложены, и мы будем с ними связываться. Поэтому большая просьба для абитуриентов оставлять те номера телефонов, с которыми можно было бы с ними оперативно связаться. Как и в прошлом году, абитуриенты смогут подать документы не более чем в 5 вузов, на 3 специальности в каждой. А вот льготники, среди которых победители, призеры олимпиад и инвалиды, смогут воспользоваться своим правом поступить вне конкурса только по одному направлению подготовки. В этом году технолог предлагает абитуриентам 1100 бюджетных и более 1500 коммерческих мест по 38 направлениям подготовки. Среди них и совершенно новые – горное дело, менеджмент в строительстве, градостроительные направления, а также проектирование технологических машин и комплексов. И в целом, анализируя отзывы предприятий о работе наших студентов и о тех тенденциях, которые намечаются в развитии региона, мы пришли к выводу, что такая специальность должна быть открыта. Это специальность 5,5 лет обучения, это достаточно очень серьезная подготовка в области проектирования. Причем мы планируем, что специализации будут различные. Мы не будем выпускать в массовом количестве таких специалистов. Они нужны в единичных экземплярах, что называется. Зачисление в ВУЗ будет проходить в 2 этапа. Первый – до 5 августа, второй – до 10. Последний день приема оригиналов документов – 9 августа. Надежда Дурнева, Данил Андреев, к этому часу, Белгород.